До недавнего времени десятки жителей округи села Пеструен Теленежского района вынуждены были ходить по разбитой дороге. Грязь в непогоду доходила до колен, а о проезде на машине даже речи не было. Теперь, благодаря программе «Хорошие дороги 2020», здесь завершают укладку асфальта на полукилометровом участке дороги. Da, mulțumim, ia că s-a făcut. Până acum cum era drumul? Era rău tare. Rău, nici nu putem să pe ori, că erau la noi în partea asta, dar erau borți. Ne vineam și așa când mai bătrâni, mai închei de cam, nu știu cum e, amuie. Te doamne, mai des. Mai des, fac tete. Era calei așa. Da, mudeam mai... Белый вариант. Сегодня рабочие укладывали уже последний слой асфальта. Ответственный за выполнение работ говорит, что все делается в соответствии со строительными нормами и качество соответствующее. Прораб говорит, что у новой дороги гарантия не менее 10 лет. Primul strat este făcut din pietriș la grosimea de 18 cm, în trei tipuri de pietriș, deci trei fracții diferite, mai mașcate, medie și măruntă. Și deasupra mergem cu două straturi de asfalt. Pentru acest tip de drum, pentru drum de această categorie, este foarte calitativ. Рабочие проведут ремонт в 31 населенном пункте Теленежского района. Представители госадминистрации дорог говорят, что в семи селах люди уже радуются новым и легко проходимым артериям. В разы, как 24 де локалитеты, требуется интервеним. И лукрează интенсив. В разы, как сокотим, а сентрем в кадру программы, конформ контракту лункеяте. Până la сфârșitul anului. На работы в Теленежском районе выделено почти 34 миллиона леев. Отметим, что в этом году на восстановление дорог в населенных пунктах страны был предоставлен 1 375 000 000. В два раза больше, чем в прошлом году. На эти деньги отремонтируют более 900 километров.